Гиви, на связь, выйди. Молодец, работает шустрый. Корректирует. Шустрый, Вогов вообще не осталось. Вообще. Да надо их подпустить и гранатами встретить. Нет, просто они боятся сами на ножах дожидаться. А Вогина надо на них тратить западло. У меня нож, вообще, нож, под юг всей украинской армии, блядь. Нацистам конец. Здорово, считайте нахуй. Вы, кто вас боится того? Наш командир Матрос. Наш командир Матрос сказал, их только кирпичами закидывает, то, что патроны для них жалко. Они недостойны даже, чтобы их убили пулей. Вот, они сказали, что нас в плен брать не будут, будут резать. Вот. А мы их будем кирпичами закидывать. Вот-вот-вот. Вот, а можем в гости, в принципе, на чай позвать, если они захотят. Мы люди вежливые, добрые. Да, очень добрые. Да. Особенно матросы. Да. Я пошел дальше работать. Давай. Ну, что-то тишина там, о! Украинская армия! Это не армия, это нацисты! А нацистам смерть! Огонь! Огонь! Где же бах-бах-бах, вы, ублюдочные? Что, сука, очко сузилось, да? Вот, глядя на мать. Да я знаю. Глядя на тебя, они думают, что за нас воюют чеченцы. А это парень из Донецка. Мася, вы его уже знаете. Выхожу и шел. Дай. Мася, назад. Боятся. Чмошники. Мася, ну ты больше так не выскакивай, не надо. Да давай подпустим и закидаем гранатами. Пуля меня не напугает никогда в жизни. Фу. Мася, кинем бомбу, блядь! Мася, пукни под нос! Пидорасы! Пидорасы! А патроны закончатся, будет забор. Что с ними еще делать? Ай, дай я швырну. Дай, подожди. Артист! А. Там надо за нас закидать, да? Ля! Ля! Довольны. Не попали.